Друзья, я приветствую всех. На нашем сайте появился долгожданный раздел Magic Box, который посвящен розыгрышам. Видео по тому, как пользоваться им, записываю вам с тестовой версии сайта. Итак, для того, чтобы зайти в Magic Box, вам необходимо найти его в угловом меню, перейти в него. И здесь, соответственно, вы увидите розыгрыши, когда они будут создаваться. Сможете пользоваться фильтром. Давайте начнем с него. Итак, перейдя в фильтр, вы можете указать здесь сумму участия, сумму приза, можете их не указывать, если не хотите. Можете здесь также выбрать статус розыгрыша, то есть это будет завершенный розыгрыш или активный. Давайте выберем активные розыгрыши, и если вы выбираете активные розыгрыши и мои лоты, здесь покажется розыгрыш, который создали именно вы. Если вы выберете активные и я участвую, то вам покажут розыгрыши, в которых вы принимаете участие. Если вы не выберете, что это активный розыгрыш или завершенный, вам они не покажутся. Надеюсь, как работать с фильтрами, понятно. Далее, для того, чтобы создать розыгрыш, вам необходимо нажать на кнопку «Создать». Здесь первым делом вы выбираете, какой вы хотите розыгрыш, публичный или частный. Публичный – это розыгрыш, в котором смогут участвовать все люди, которые есть на сайте, есть на платформе. Если же вы создаете частный розыгрыш, то в нем смогут участвовать только ваши партнеры, либо те люди, которым вы направите на него ссылку и дадите от него пароль. Здесь можно указать пароль. Давайте мы создадим с вами публичный розыгрыш. Итак, необходимо выбрать маркетинг. На данный момент здесь есть только маркетинг Profit Box. Далее маркетинги будут добавляться. Выбираете Profit Box, далее выбираете место. Green Box, Blue Box, либо же Red Box. Это первые столы, то есть здесь у нас доступны к покупке только первые столы. Соответственно, вы выбираете, допустим, Green Box. Далее вы выбираете количество участников. Минимальное количество участников – 2. Вы можете ввести здесь любое количество участников, пусть, допустим, их будет 10. Далее вы выбираете количество победителей, то есть сколько из 10 участников будет победителей. Допустим, их будет 2. Далее вы выбираете количество призов на одного победителя. Если это будет один приз, то, соответственно, у вас в розыгрыше будет 2 приза, по одному на каждого участника. Когда вы здесь настраиваете, то видите, внизу меняется общая сумма розыгрыша. Если вы увеличите количество участников, сумма также поменяется. Здесь вы можете увидеть общую сумму розыгрыша и стоимость участника, участия, стоимость покупки одного места. Итак, давайте создадим розыгрыш. Мы нажимаем «Создать». И у вас появляется, соответственно, ваш розыгрыш. Если у вас долго не будут набираться в нем люди, то вы сможете его удалить, и те люди, которые уже успели приобрести места, им будет осуществлен возврат. Здесь вы можете присоединиться к собственному розыгрышу. Для этого вы выбираете «Присоединиться» и выбираете количество мест, допустим, 1. Вы присоединились. Теперь видите, здесь стало участвовать 1 из 10. Также у вас здесь есть возможность скопировать ссылку и отправить ее своей команде или в чат, чтобы все могли поучаствовать. Давайте в фильтре попробуем посмотреть наш розыгрыш. Мы выбираем активный и выбираем мои лоты. Применяем, и вот он, ваш активный розыгрыш. Так как вы его создали, вы можете также, так как вы в нем участвуете, а не только создали, вы можете поставить галочку также на «Я участвую», применить фильтр, и вот он, ваш розыгрыш. Я надеюсь, все понятно. Желаю вам удачи.